Итак, мы узнали, что такое засуха. Но как понять, засуха ли это? Или, может быть, солнышко разыгралось и вашим растениям ничего не угрожает? Для этого есть критерии оценки засухи и степень ее опасности. Как же понять, есть у нас засуха или нет? Можно выйти на поле, увидеть увядшее растение, взять горсть пыли с поверхности почвы и понять, да, влага выветрилась. Но это не научный подход. Научный подход состоит в правильном планировании и постоянном мониторинге ситуации, которая происходит здесь и сейчас у нас на поле. Какой же инструментарий мы выбираем? Первое – это различные коэффициенты. Наиболее употребимый из них – это гидротермический коэффициент селенинова. Этот коэффициент представляет из себя соотношение суммы осадков к сумме температур. Но он не отвечает на вопросы, что у нас происходит на поле здесь и сейчас. Для правильных ответов на эти вопросы нам необходимо иметь постоянный мониторинг уровня осадков в течение всего периода выращивания культур и, очень важно, в зимний период. Благодаря чему мы это делаем? Мы имеем осадкомер, мы имеем доступ к различным метеостанциям, и смотрим уровень осадков и прогнозируем уровень осадков в течение длительного периода. Если уровень осадков у нас отличается на 10 мм в течение месяца, это слабая засуха в худшую сторону. Если на 20, это средняя засуха. Если на 50 и более, это уже сильная засуха. И мы понимаем, что будут негативные последствия. Мы обязаны мониторить уровень влаги в почве, уровень запаса влаги в почве, как в конце зимы, так и в течение всего периода вегетации. После того, как мы определили степень засухи, нам надо определить ее причины, чтобы в дальнейшем избежать ее негативного влияния. И не всегда этой причиной являются высокие температуры, нехватка осадков, сильный ветер. Вполне возможно, это может быть неправильное применение технологий или низкий уровень квалификации специалистов, которые работают на данном участке.